Благотворительный проект «Аул футбол», финансируемый фондом «Халык», завоевал престижную национальную премию «Народный любимец». В открытом голосовании мог принять участие любой казахстанец. Проект «Аул футбол» направлен на развитие массового детского спорта в селах Казахстана. На сегодня эта инициатива охватила больше 3000 юных футболистов. И, как говорят организаторы проекта, это еще не предел. Тему продолжит Амина Абдрахманова. На первые футбольные тренировки в рамках проекта «Аул футбол» казахстанские дети смогли попасть 4 года назад. С тех пор инициатива стала активно разрастаться в аулах и селах страны. И сегодня благодаря проекту заниматься любимым видом спорта могут 3000 юных футболистов. Выйти на новый уровень проект «Аул футбол» смог благодаря содействию и поддержке благотворительного фонда «Халык». Организация помогла решить множество вопросов, начиная от закупки спортивного инвентаря для детей до проведения профессионального обучения тренеров. Так, 100 будущих наставников пройдут специализированное обучение и получат квалификацию УЕФА категории D. И как результат – престижная национальная премия «Народный любимец». Ну вот это было действительно неожиданно для нас. Нам позвонили, просто сказали: так, вы номинируетесь, и вы стали лауреатом. То есть, ну, мы даже сами туда не стремились, ничего. Видимо, заметили, что проект развивается, двигается, вот как раз фонд «Халык». Ну, это вот это вот как раз поддержка «Халыка», это была вообще, ну, беспрецедент. Фонд «Халык» играет ключевую роль в расширении географии проекта «Аул футбол». Благодаря этому интерес к инициативе и спортивным занятиям проявляют практически все казахстанские сельские районы. Сейчас финансовую поддержку в рамках проекта получили 17 областных и один республиканский финальный турнир. Проект разрастается из года в год, и на сегодня это 80 команд. Еще порядка 40 в процессе вхождения. Для фонда «Халык» «Аул футбол» не просто проект, ведь миссия благотворительной организации – поддержка всех слоев населения. И в этом году в приоритете инициативы в области образования, здравоохранения и спорта. Что означает вот поддержка детского спорта? Это не только финансировать какие-то фестивали спортивные, какие-то мероприятия спортивные и так далее. Это в первую очередь обучение тренеров на всех уровнях, чтобы наши детки занимались очень грамотными, с очень сильными тренерами. В планах у благотворительного фонда «Халык» и дальше поддерживать спорт, детский спорт, образование и ряд других проектов. Отмечу, что фонд был создан в 2016 году Тимуром и Динарой Кулебаевыми. На проекты выделено уже более 50 миллиардов тенге с 2016 года. И в портфолио у фонда более 120 проектов. К слову, портфолио фонда «Халык» пополнится новыми проектами. Среди них областные турниры «Халык Open Cup 2024» в 14 областях Казахстана, а также финальный республиканский турнир в Алматинской области. Что касается проектов в других сферах, то это открытие нового детского сада в Кустанайской области, в Ауле-Кольском районе, пострадавшем от пожаров 2 года назад. В Мангыстауской области в поселке Акшукур планируется открытие опреснительной установки. Она поможет обеспечить питьевой водой тысячи сельских жителей. Кроме этого, в этом году в Бенеу заработает зерновой завод, где будут трудоустроены больше 200 казахстанцев. Амина Абдрахманова, Даурен Хаджибаев, Атамекен Бизнес.